Здравствуйте, друзья! Очередной выпуск новостей о туризме для туристов в эфире. В этот раз я продолжу прошлую тему, рассказывать про самые турецкие отели в России, где лучше всего отдыхать с детьми. Ну, во первых строках, конечно же, я поздравлю всех с завершением масленичной недели, с нашим первым весенним солнцем, которого мы дождались наконец, с прощенным воскресеньем. Если вдруг я кому-то не уделила должного времени, прошу меня пронять, простить и позвоните, я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Итак, тема сегодняшнего выпуска. География открытых стран. Что нового? Каждый выпуск я немножко переживаю о том, что, к сожалению, по этой теме мне нечего вам сказать. Но в этом выпуске новые страны будут. Слушайте. Турция в России. Алиан Биариц. Как я уже сказала, продолжение рассказов об отелях Алиан. Турция в Турции. Что в отдыхе и что с ковидом. Кэшбэк. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Слушайте нас удобно. Вот так, друзья, мы снимаем наши подкасты. А точнее, если сказать проще, звуковые дорожки или формат радио, чтобы вы слушали удобно, не отрываясь от своих дел, закрытым экраном телефона, при минимальном трафике интернета, все новости туризма, которые мы для вас собираем один раз в неделю. Так слушать наши подкасты. В шапке профиля Instagram можно щелкнуть на кнопочку «Подкасты». Там откроются все выпуски. Вы можете прослушать их с первого до последнего. И заодно узнать, как у нас меняется ситуация в туризме еженедельно. Кто не хочет слушать в Instagram, везде в наших социальных сетях я выкладываю строчку записи подкастов, где вы можете спокойно пройти и на компьютере также включить и послушать все новости туризма для вас. Итак, слушайте нас удобно.